Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Откройте набор карточек. Забираем, используйте ускорение. Так, совершить одну сделку. Очки доверия на Центр естественных наук. Нет, я не хочу. Давай-ка что-нибудь другое посмотрим. Спрос. Нет, это тоже меня не устраивает. А вот это, пожалуй, до конца боя уменьшает запас УЗ вражеского существа на 20%. 15 карточек на 1,5 миллиона еды. Ну, это, мне кажется, грабеж средь бела дня. Это я тоже не хочу менять. Что же будем делать-то тогда? Энтеладон меня не интересует. Давай вот это вот поменяем на 801 ДНК. Все. Типа сделали, да? Награда в карман. Дальше. Потратить еду, собрать моды. Собрать моды. Поехали. Так, не за хавчик, а за деньги. Так, Дельта, давай что-нибудь нормальное мне. Выуди. Так, вмешательство. Отключает мод вражеского существа. Отлично. Давай еще один. Так, выпадает несокрушимость. Так, и давай редкий один закажем. Дельта, редкие моды. И выпадает нам ночной кошмар. Снижает показатель атаки всех вражеских существ на 45%. Кстати, это неплохой, да, мод? Как по мне. Ну что, использовать ускорение, еда. В общем, это уже по стандарту там идет. Заберем-ка здесь наградочку. Отправим здесь Оуэна. И посмотрим, что у нас за события. Битва за выживание, монстры биокупола, землетрясение. И все. Так, землетрясение. Только для амфибий. То есть я буду амфибиями против, ну как всегда. Как всегда, против летающих, да, птерозавров. Хорошо, они устроились. А здесь только обычные. Еда. Еда нам нужна, кстати. Если честно. Лимносцелис плюс коллаборинг. Но этих двоих, я думаю, мы сможем шатать. Если, например, сделаем. Здесь можно, например, взять коллаборинга. Вот здесь вот именно. А вот против вражеского коллаборинга можно было бы взять бонитозавра. Давай, наверное, так и попробуем. Вот таким вот образом я хочу рискнуть. Возможно, победим, а возможно и нет. Так, берем бонус. Две атаки, прикинь. Не испугался. Твою же налево. Что будем делать? Атаковать? Одно хп, да как так-то? Да, одну очку он оставил, да, получается? Одну очку действий. Угу, ладно, раз, два. И вот так. Ну что, в минус. Теперь смотрим на коллаборинга. Как ты видишь, у него 28 атаки. Мне кажется, он не рискнет. Не рискнет, мы сделаем вот так. И, наверное, вот так вот. Ну сколько у него там? 5, 6, 6 атак. По тридцатке. Он все сливает, неужели? Все, он сам себя похоронил, друзья. Он сам себя только что похоронил. Давай, бонитозавр. Уничтожай этого охламона. Все, да выпендривался, да выеживался, да? Ну что, с первой победой нас, и мы продвигаемся дальше. Давай смотреть, еще два поединка. Майонгазавр плюс Лимносцелис. Ну, я думаю, здесь все довольно просто. Берем Лимносцелиса здесь.
А вот сюда можно взять Пеликанептерикса, я пока оставлю. Я возьму, наверное, лабиринтозавра. Он разорвет, в принципе, этого лимноселиса. Должен быть такой примерно расклад. А сейчас мне интересно знать, будет ли он меняться или нет. Смотри-ка, он ничего не стал делать. Ладно, я продолжаю настаивать. А вот это уже проблема. Но, видимо, проблема-то для него получается, да? Раз, два, три, четыре, пять. До свидания. Явился и не запылился. Ну, как минимум три. Три атаки он типа делает. Ну, а вот наш лабиринтозавр вышел. У него атаки 187. То есть он, конечно, похоронит его. Ну что, я могу поздравить. Вторая наша победа. И переходим к последней фазе. Так, последняя фаза. И тут у нас пеликанимим плюс гигантозавр. Берем Гуанлунь. А вот против гигантозавра можно... Да, можно даже вот так вот сделать. В принципе, ничего страшного, я думаю, в этом не будет. Поехали. Естественно, пеликанимиму сразу будет... Хотя нет, он еще поживет чуть-чуть. Но я все равно атаковать буду. Будет он меняться, интересно, или нет? Меняется. Давай-ка мы тоже, наверное, поменяемся. Покажем ему, так сказать, всю нашу мощь. Ну и что ты сделаешь? А? Атакуешься. Ну ладно. Теперь пора атаковать нам. Одна атака сюда. Поехали. Это сейчас, наверное, припухнет просто пеликанимим. 42 атаки против 566. Все, просто топчем, не давая ни малейшего шанса. Ну вот и все. Остается теперь только забрать еду и идти на следующие события. Сколько там еды? Ну, почти 45 с половиной тысяч. Ну, неплохо. 130 очков доверий. Следующее событие — это у нас монстры биокупола. О, вот здесь вот будет посложнее. Ну что, саркостадон, уэнтотерий и мегистотерий. Давай подумаем. Если я начну, например, вот так. Вот так. Мегистотерий. И вот так. Вопрос в другом. Сможем ли мы здесь вообще справиться? Давай смотреть. Ты гляди-ка. Просто взял и начал две атаки делать. По-моему, ему здесь крышка, да? Раз, два, три. Так, уничтожаем саркостадона. Выходит уинтотерий. Тратит, естественно, абсолютно все. И, соответственно, тратим и мы тоже все. Отлично. Так, и последний. Мегистотерий. Ну, в общем, все, ребят, как я и ожидал. Давай, Гесторбис. Добивай его. Пока все предсказуемо, но опять же, ребят, динозавров у нас все меньше и меньше, а событий пока еще меньше не становится. Давай смотреть. Элосматерий, опять же, да, и мамонт еще плюс. Значит, здесь следующий
вариант. Берем мамонта. Здесь нам, наверное, взять нужно... Блин, кого же тут? Гасторниса? Или все-таки... Может, Келлинкина возьмем? Давай я возьму, наверное, Келлинкина. А вот против мамонта нам придется брать Паноктуса. Вот такой вот я решил сделать расклад. Ну что? Давай посмотрим. Интересный, конечно, расклад. Ну давай я попробую мочкануть. Вот он что сделал, да? Еще разок. Готов. Мегистотерий появляется. Ну, понятное дело, что мамонту моему кранты. Ему, наверное, тоже, скорее всего, кранты. Ясен перец. Так, выползает мамонт. 5 очков действия. Ему нужно потратить 3. А он тратит 2. Ему хватит? Хватит. Такс. Ну что же, проверим на прочность. Вот так вот, да, значит? Ну, 100% он нас пробить не сможет вообще никак. Мы для него слишком крепкий орешек. Все, уничтожаем. Но это еще далеко не конец. Еще один поединок у нас будет впереди. Это уже заключительный. Давай-ка посмотрим. Так, Уинтотерий, Синтетоцерас и Эриматерий. Здесь желательно бы нам, конечно, мамонта взять. А мы возьмем. Плюс, сколько ты стоишь? 76 на откате. Дороговато, конечно. Давай, наверное, вот так вот сделаю. И против Эриматерия у нас пойдет Уртинотериум. Вот, в принципе, такой командой можно будет довольно неплохо разрулить здесь эту ситуацию. Начнем с накопления очков действий. Меняется, понятно. Понятно. Ну что, мы тогда тоже, наверное, будем меняться, да? И мало того, что будем еще и атаковать. Хопа, готов. Синтетоцерас. Нет, парень, кишка у тебя тонка, ты нас пробить не сможешь. Но он, видимо, не верит в это, да? Он в это не верит или не хочет верить. Проверим. На-ка. И остается один Уинтотерий. 4 очка действия. Естественно, ребята, он нас тут сможет уничтожить. Но за нами-то не заржавеет. Мы же ответочку дадим. Все, пока. И это событие тоже мы проходим довольно легко. А вот как вот амфибии против птерозавров, ума не приложу. Колесо призов. Что же нам тут может выпасть-то? Дедикурус. Просто выпал какой-то несчастный Дедикурус. Так, заберем здесь награду. Используйте ускорение. Кстати, по поводу... Ага, тут у нас созрел Диплотатор. Мы его помещаем. Ну что, наверное, еще и прокачаем чуть-чуть. Сколько нам там не хватает? 1500, да? О, у нас только 1071. Да, мы тут будем до посинения так копить, конечно. Что я еще хотел? Я хотел, кстати, сделать заказ. Во-первых, нужно ускорение завершить.
Блин, ну не здесь же это ускорение это делать. Это сколько это получается? Нет, 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 это слишком дорого. Так, у нас где-то есть новоиспеченный. Да, вот он. Терезинозавр. Вот его-то мы и будем выводить. Сколько там? 2 дня 13 часов. Окей. Индоминус скоро выведется у нас. Через 1 день 7 часов. Через 18 часов Фараракас. В общем, нормально. Ну что? Так, босс, событие. Випка. Только для амфибий. Ну, я не знаю, друзья, можно, конечно, как-то попробовать. Ну, ты видишь, амфибий у меня не так уж и много. Блин, вообще стоит заморачиваться, а? Диморфодон. Фью. Даже я даже не буду заморачиваться, ребят. Диморфодон, он мне особо-то и не нужен, если честно, но у нас вообще есть. Офигеть, у меня тут, да? Постройки на постройке стоят. Это, кстати, последняя, ребята, карта. А, нет, нет, вру. Вот здесь, по-моему, будет последняя территория, которая откроется нам. И потом нам нужно будет перемещаться на остров Сорда. Вот здесь уже можно будет развивать, но тут площадь приличная, так что все нормально. Так, что я хотел? Это что такое у нас? Бакулитушка. Эволюцию забираем. А он у нас вообще прокачан? А? Бакулит прокачан или нет? Дай-ка я зайду и гляну. Специально. Нет, конечно. Конечно же, он не прокачанный, оказывается. А банана гномиуса тоже можно было бы эволюционировать, но у нас, к сожалению, пока здесь стоит апатозавр. Можно, в принципе... Нет, 40 баксов тратить не хочу. Давай посмотрим, что у нас там по ежедневкам еще. Используйте ускорение, примите участие в ПВП и хавчик. Хавчик я еще до сих пор не завершил. Ну, давай глянем, кого тут можно покормить. Карнорраптор готов тоже, ребята. Есть. Так, это задание мы завершили. ПВП участие, да, значит? Ну что, пойдем ПВП тогда делать. Да, я думаю, надо ПВП битву устроить. Вызов. И сделаем с тобой так. Берем Артакона. Возьму, наверное, Ромалиозавра. И кого-нибудь из слабеньких. Например, Докозавра. Мне нужно сделать три ускорения, как ты знаешь. Поэтому Докозавр здесь берется не просто так, чтобы он отыграл свое. И мы, и мы могли с тобой его потом на откате восстановить. Тем самым у нас получится, что мы отыграли ускорение. Так, ну тут, конечно, нам не очень хорошо повезло с противником. Ух ты. Лия Сихтадон. Что делать-то? Я даже не знаю. Давай так. Вот жук, да? У нас по хпшкам почти одинаково с ним. А вот так вот он решил мне проверить. Ну давай, все солью. Возможно, это было зря. Ладно. Кранозавр выполз. Ну тут нам крышка. Он сейчас все сливать абсолютно будет. А даже вот так вот. Раз, два, три. Я думал, что он возьмет защиту. Значит, он все-таки вот сюда со мной передал все.
Но давай посмотрим, что у нас из этого получится. 5 атак. Да. Доказал. О, это смех, ребята. Ну, я объяснил, почему я так сделал. Естественно, если бы здесь был бы у нас какой-нибудь другой плавающий динозавр, да, то, конечно, победа была бы здесь за нами. А я взял для того, чтобы просто его откатить как можно быстрее. Ну давай, что ты там мозги компенсируешь, что сидит там до последнего, выжидает, ё-моё. Да, доказал, уж извини, но так пришлось сделать. Я надеюсь, я все-таки не зря этот бой проиграл. Сейчас мы зайдем туда и посмотрим. Так, ПВП. Вызов. Я хочу просто убедиться. Ну да, вот для чего это было сделано. Ну, давай, я не знаю. Тринокромером, да? Возьмем Генодуса и Артокантуса. Посмотрим. А что у нас из этого может вообще выйти? Да ты посмотри, что они творят. Хотя Генодусу, КВК и тот же самый Синатодон — это на один зубок. Меняет, сразу же пошел менять. Так, проверочка. Сразу пойдет меняться, наверняка побежит. Ну что ты там выжидаешь до 5 своих секунд, а? Ой. Так, ну ладно, Генодус, давай, короче, сейчас все сольем, попробуем атаковать его. Минус. И опять выползает эта самая Лептостега. Четыре очка действия. Три сливает. Ну, это понятно. Само собой, он нас тут разносит в пух и прах. Ты посмотри, а он все-таки поставил защиту. Так, и последний это у нас Ксенотодон. 480 к атаке. То есть, ну, соответственно, Артокантусу крышка будет. Ну а тринокломером он не сможет здесь справиться. По одной простой причине. Хотя. Ну давай я все-таки рискну, ребят. Да, не получится. Ух! Нежданчик. Ребят, это просто нежданчик 10 уровня. Смог завалить такого гиганта. Респект и уважуха, что я могу сказать. Приз эксперта. Ну окей. Так, 50 очков доверия. Друзья мои, ну что, уже 9000. Так, и еще разочек крутанем и посмотрим, что нам здесь выпадет. Еще 50 очков доверия. Ну что, остается совсем немножечко, и мы с тобой откроем чистое золото. Так, ну что, по событиям, ребят, ну, у нас остается только для амфибий. Я так понимаю, нет смысла, наверное, сюда идти, пробовать что-то. Потому что на 4 атаки меня здесь не хватит. Понимаешь, к чему я, да? Так, принять ПВП... Еще одно ПВП-сражение. Ну что, давай сделаем тогда. Последний наш поединок. Давай я возьму вот эту вот канозойскую против наземных. Раз, два. И возьму Таниколагриуса, наверное. Нет, он Дагозавра.
Так, подожди, какие тут можно поставить? Ну, возьму путы, например. Возьму. Вот, альфа. И вот так вот. Давай рискнем, посмотрим. А что у нас тут сейчас получится? Так. Хорошая команда, ничего не скажешь. Глиттронакс. Так, 533, да? Так, а он наоборот себе повышает на сотку. Еще на сотку, эй! Ну я, наверное, бомбану все-таки. Разочек-то. Так, не забывай, что он, по-моему, 40% еще наносит урона дополнительно. Угу, типа не стал ходить, да? А я возьму и поменяю вот так. Блин, горелый, ладно. Он, наверное, будет меняться все-таки на тропе Гутера. Скорее всего. Да, друзья, он поменялся на него. Блин, и две атаки, да? Мой ход. Да, вот вам и весь расклад до копейки. Игра просто взяла и вылетела. И бой мне не засчитала. Зашибись. А, знаешь, специально сделала. Чувствовала, что проиграет, и вот такую гадость мне сделала. Причем здесь скоро в игре? Что-то происходит вообще? ПВП давай мне. Я офигею, ребят. Да, и моды я просто так. Просто так сыграл. Называется. Лучше, блин, не придумаешь. И, соответственно, 10 баксов я тоже выкинул на помойку. Паразавр. Индоминус. Ёпрстые. Угу, бодрость. Че, сразу меняемся тогда или как? У него рептилии вроде как я не вижу. Че, почему я не могу поменять-то, эй? А, его ход был-то. Ничего не меняется. Такс. Ну тут надо сразу атаковать, хотя бы чтобы щит с него сбить. Так он не дал его сбить, ага. Блин, конечно, Анхилодок здесь вообще, ребят, не в тему. Он что творит? Ты посмотри, что он вытворяет, что он тут лепит, лепило. Проверка. Будет атаковать три. Или же не будет. Если будет, ребят, то понятно все тогда с ним. Он не стал. Тогда стану я. Готов, хлопчик. Так, индоминус уходит. 742 к атаке. Общую слабость врубает нам. Да?
Сколько? Ему нужно потратить две атаки, получается, да? Две атаки. Три у него остается в запасе. Да, тут, конечно, такой раскладец. Раз, два, три. Проверим. Вот он как сделал. Рискнет ли он бомбить? Мне бы, конечно, чтобы он рискнул. Отлично. Трындец, 31 хп. Ну что, ребята, нам надо его ушатывать. Нам надо ушатывать и... делать вот так. Минус индоминус. Вмешательство. Фу ты. Повесили. Так, сколько там защищает первый урон? На 50% снижает, да? Давай так проверим. Прочная кожа. Но... абсолютно ничего не стал делать. Ребят, я рискую. Ты, блин, серьезно, что ли? Ёк-макарёк, все, ребята. Я сам себя уничтожил. Ну, кто бы мог подумать, что он поставит 4 защиты. 4 защиты он поставил. Ё-моё, блин. Нет, это такое ощущение, что... бот просто знает, что я буду делать. Ладно, ребята. Забираем наши награды. Ежедневный пак. 40 бакинских. ДНК. И 95 очков доверий. Ну и на этом, в принципе, сегодня я буду заканчивать эту серию. Конечно, жалко, мы на событиях не поиграли вот в землетрясение. Но, во-первых, ребята, мне здесь в любом случае не победить. Потому что здесь будет один, потом два. У меня не хватит просто моих млекопитающих, или как их там, водоплавающих, не водоплавающих. Короче, моих амфибий здесь не хватит для того, чтобы их разбомбить. Поэтому я, как говорится, стороной обошел эти битвы. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.